Итак, вот наш коттедж. Она смотрит и не поймет, в чем дело. Телевизор. Такая гостиная. Такой уютный домик. Ой, вода. Камин. И вода. Такой вид прекрасный. Там уже пляж. Собакам нравится. Так, давай, что а, тут? А, вот я. Подожди. Это кладовка. Я надеюсь, сейчас никого не закрою там. Собаки тут. Так, первая комната. Такая маленькая, компактная. Господи, собаки. Так, это что? А наверху что? Так, здесь разные шампуни, дальше гели идут. Так, здесь вторая комната. Пойдем, Джесюль. Я еще не знаю, где мы будем. Кухня, да? Такая красота. Дом светлый достаточно. А теперь... Это что такое? Это... Стой, Рэй, нельзя сюда. Так, это комната родителей, скорее всего, уже они себе забронировали ее заранее. Здесь такой вид. Ну, вот тут... Ну так! Круто! О, здесь с гидромассажем, с этим. Прикольно. Так, полотенчики. Такой вид классный. И там еще тоже такие же домики. Ну и здесь, соответственно, тоже шауэр-гель и всякое такое. Вот. Ну и, конечно же, данную комнату выберут родители, как я уже сказала. Вот. Так, буду выходить сюда. Так, а это что за дверь? Это что такое? Очень много вот таких маленьких помещений непонятных. Ну ладно, собственно, это меня не волнует. Внизу две комнаты. Нас больше, чем надо. Не знаю, что будет. Так, меня ждет дочь моя внизу. Дочь, нельзя! Нельзя! Привет, пошли! Лестница очень крутая, но она такая мягкая. Вот. Ну, такой дом компактный, но прикольный. Мне нравится. Самое крутое, мне кажется, это вот камин. Вот. Ладно. Сейчас разберемся, чуть-чуть поразбираем вещи и уже разберемся, куда мы пойдем. Я не все показала. Да, вон еще мангал. Здесь такая веранда, еще можно выйти отсюда. Здесь прикольно. И здесь уже другой тоже дом. Красота. Как круто вообще. Самое главное сейчас комнату выбрать. Я думаю, вообще рядом с телевизором здесь спать. Не знаю. Как вы думаете, куда мне вообще? Я хочу кушать и выйти в бар пойти. Сейчас пойду. Вон туда. Вон туда. Я уже узнала все. Ну и, конечно же, я уже разложила все. Здесь взяла много всяких штучек своих. Варежку мою любимую. Вот. Игрушки Джессики уже тут лежат. Вот. Здесь много всего тоже себе взяла. И уже развесила и разложила там все свои вещи. Кстати, эту кепку я купила в Турции. Я в ней, наверное, буду купаться, потому что она такая мягкая, тряпичная. Вот. И, собственно, мы уже вот так вот более-менее разложились. Джессика, ты рада?
здесь красота. Вообще. А здесь еще есть вот такие домики, прям прибрежные. Там, наверное, вообще красивый вид. Господи, как красиво, я не могу. Доброе утро. Мы уже сходили на завтрак. Собак оставляли в нашем коттедже. Вот, сейчас уже переоделась в купальник. Кстати, купальник из Турции, который мы потеряли, нашли. Вот, одела кепку. Одела так себе, но я здесь заколола просто волосы. Вот, вот здесь сверху подняла около лица, чтобы они не мешали. Пока дошли до коттеджа, от ресторана, где мы завтракали, я уже вся мокрая. Давали шампанское даже, очень много разных запеканок, оладьи и всякое такое. Вот, с завтрашнего дня, наверное, я снимать начну именно стол. Вот, сегодня сейчас пойдем лежать на пляже. Сегодня второй день турнира, поэтому я буду смотреть его на пляже. Собаку мы берем, и одну, и вторую, потому что мы решили их не оставлять одних. Вот, соответственно, сейчас пойдем уже. Я уже готова. Так что собираемся и идем. Никто не взял пляжную сумку. Я всех выручила, потому что мне на рекламу присылали косметику для бровей. И мне прислали это все в сумке. Вот, поэтому я всех спасла с этой сумкой. Ты кого-то искала, что ли? Нет. Зайчик. Никого я не искала. Доброе утро, и это новый день. Вчера я освоила катание на сапе. Это такая надувная доска, что-то из рода серфинга. Было очень необычно. Я попыталась встать, но, к сожалению, не получилось. Я каталась только сидя, либо на коленях. Также мы попробовали вдвоем с мамой. Это было тоже замечательно. Мы чуть не грохнулись прямо в воду. А я бы не очень хотела в воду падать, потому что у меня ресницы, я как бы не ныряю. Поэтому было забавно. Пытались сосредоточиться. Сегодня будем второй день пробовать это все. Вот. Сейчас все уже отправились на завтрак. Я, как всегда, последняя. У меня что-то насморк какой-то начался. Вот, собственно. Сап наш, мы его покупали специально, вот, так что сейчас идем на завтрак. На завтрак обычно дают каши всякие, запеканку вчера давали, и не было сыра. Надеюсь, сегодня он будет. Я вышла на улицу, я никого не могу найти. Мама с бабушками как будто бы ушли с собаками гулять, потому что собак тоже нет дома. Но при этом я не могу их найти. Посмотрите, какой вид красивый. О, вон они идут, ура. Все, я их нашла, сейчас идем на завтрак. Одежда Александровна, ну что же вы там? Смотрите, какой красивый вид. Ладно, я иду есть. Ну все, собственно, мы отправляемся на пляж. Предпоследний день нашего пребывания. Мы идем на ужин. Я не делала кудряшки вообще. У нас фотосет. Вот. Сейчас будем есть креветки, пить пинаколаду. Я надеюсь, что есть пинаколады там. Вот.
Вообще, короче, да. Сейчас. Из-за того, что мы встали в 7 утра в спа, получился очень длинный день. А представляете, это мы еще спали. А какой получится длинный день завтра? Потому что мы завтра с утра встаем, идем в спа к 7. Кстати, на 8:30, когда уже люди приходили, там очень много народу было, и дети были. Поэтому в 7 утра прям супер было. После этого мы поедем еще раз к бабушке и дедушке. Мне кажется, попрощаемся. И после этого поедем до Москвы. Ох, тяжело. Я так спать хочу. Мы идем в таверну. Я так кушать хочу сейчас. Но они решили устроить фотосет вовремя. Андрей в бане парится. Классно ему сейчас. С ребятами из команды. Ой. Такая красота, конечно. Посмотрите. Вообще. Да? Вам нравится? Здесь очень круто. Очень круто купаться в водохранилище. Но единственный минус сие мероприятие, это то, что вода иногда подванивает, ну, речкой, как бы. И меня это не очень устраивало в некоторые моменты. Так, в принципе, купаться отлично. Я плавала на сапе сегодня целый день. У меня болят руки, ноги, все абсолютно. А, 350. Итак, мы пришли. Выкажите мне пару свинок, как только пожалуйста. Бабушка разогналась. 50 граммов я хочу. Я буду салат Цезарь, я буду гренки. Гренки на все. Мне надо. С папой. На нас. Медальоны из телятины на гриле. Грин, и картофельные дольки. Либо овощи гриль. Я еще думаю. И буду пинаколада. Либо маргарита. Давайте я покажу. Сейчас проверим, что я хочу больше. Или и то. За встречу на Эльбе. Давно не виделись. Ты не старый, молодой. Я очень крепкий. Аберон. Давай, братуха. Третье положительное. Все, приятного аппетита. Да. Ой, я уже разломила. Да, спасибо. Сейчас мы уже разберем. Уже после тарелки? Да, реально очень красиво. Картошечка. Так, овощи грилю у всех, да, съедены уже? Ладно. Я не сниму. Ну ладно. Доброе утро после нашего такого развлечения вчерашнего вечернего. Мы уже к 7 утра сходили в спа, покупались, сходили в баньку. Все круто. Папа спал, папа остался дома, потому что сегодня предстоит нам дальняя дорога до Москвы. И папа за рулем, соответственно. Вот. Сейчас идем на завтрак, потом еще чуть-чуть покупаемся, но уже на речке, не в бассейне. И после этого пойдем собирать вещи уже и уезжать. Вот. На завтрак, наверное, творог, что-то такое разгрузочное хочется после вчерашнего похода в ресторан. После такого количества мяса, креветок и так далее, хочется все-таки чего-то такого лайтовенького, разгрузочного. Посмотрите, как красиво. О, все, идем на завтрак. Приятного нам аппетита. Мне понравился отель. Я не думала, что в России, тем более рядом с Рыбинском, есть такие места. А вчера, кстати, какая-то развлекуха тут была. И после этого на завтраке просто почти никого нет. Но я-то знаю, что я сейчас буду пить шампанское. Мне надо похмелиться. Вот.
Ну, не думайте, что я алкашка такая, конечно. Вот, в общем, идем на завтрак. Так, в общем, выглядит все здесь. Хлебушек, я заложила все. Оладья. В принципе, здесь кормят вкусно. Запеканка. Обновляют быстро, достаточно, когда все заканчивается. Омлет, картофель. Здесь вчера я не засняла, но уже нет, к сожалению. Здесь плавали огурцы и была вот такая водичка огуречная. Реально прям вот вкусом очень круто. Вот, каши. И очень необычная вещь тут есть. Уже увидели. Очень необычная вещь. Это бокалы шампанского. Это шампанское игристое полусухое. Да, вот такой завтрак. Шампанское мне не понравится. Я не знаю. Сейчас попробую. Я тебе скажу обязательно. В общем, я взяла бокал шампанского. Жалко, что это не просека, конечно, но тоже ничего. Сегодня полусухое оно. Вкусно почему? Самое интересное, что на завтрак дают шампанское, а на обед уже ничего бесплатно не дают, что входит в стоимость. Вот, мы уже с утра сходили в спа. Ой, так классно. Сейчас покушаем, позавтракаем.